Здравствуйте, дорогие друзья! Как-то надо нам начинать обсуждать все возможные курсы и сочетания препаратов. Поэтому сегодня, наверное, мы начнем с такого курса, который я хотел назвать «Курс для альфа-самца». Итак, дорогие друзья, в чем же особенность этого курса? Помимо того, что, конечно, у нас будет очень много мышцы, очень много сухой мышцы, мы должны поменять психику. То есть основная цель курса «Альфа-самец» – это, соответственно, чувствовать себя как альфа-самец. Вот. И, соответственно, многие мужчины, которые пережили низкий тестостерон, они, может быть, даже... насколько это возможно, да, в их организме подняли на максимум выработку своего собственного. Ну, вы понимаете, что очень часто не удается достаточно высоко поднять, особенно с возрастом, тестостерон. И появляются жалобы, что я не могу быть достаточно агрессивным, что раньше, когда были какие-то конфликты, вплоть до физических, я был смелее, я сам шел на рожон, как бы я вот... чувствовал, да, это мужское эго, вспомните, да, как себя вел знаменитый всем герой Дюк Нюкем, да, то есть... У меня стальные яйца. Бросался на женщин, завоевывал женщин, бил соперников мужчин и всякое такое. Вот, а теперь вроде как человек чувствует, что начинает сдавать. И особенно, конечно, тяжело это переживать людям, кто работает в каких-то коллективах, где, естественно, есть там, допустим, это мужской коллектив, он агрессивный, он токсичный, нужно как-то себя отстаивать, соответственно, а у нас этого делать не получается. Вот, и если мы уже говорим о том, что даже на классических дозировках тестостерона мы уже попробовали, мы не видим большой разницы, то в этом случае к нам на помощь может прийти именно тритрен. Ну, опять же, соответственно, мы говорим гипотетически, и он должен быть, конечно, разрешен в вашей стране. А если в вашей стране он не разрешен, выглядит он, кстати, вот так вот, то вы его, конечно, ну, не используйте. Будьте аккуратны. В общем, на территории Российской Федерации нельзя этого делать. Так вот, таким образом можно добавить тритрен и... так как он психоактивный, он очень сильно повышает агрессию, он очень сильно убирает чувство, да, вот этой вот беспомощности, чувство некой тревоги, чувство некой опасности, вы действительно можете, соответственно, на нем выйти, ну, вот в это вот нормальное свое состояние. Но, опять же, здесь главное не переборщить, поэтому если вы и так человек агрессивный, это не скажется, да, это не прокачает как-то вас дополнительно. Это просто может развить у вас социопатию. Вы перестанете себя контролировать даже в каких-то обычных ситуациях. И в результате, ну, можете заработать себе проблем в жизни. То есть, подчеркну, что эти ситуации могут быть и дома, и с ребенком, и так далее. Поэтому будьте внимательны. Данный курс «Альфа-самца» подходит именно людям эмотивным, тревожным, кто уже перешагивает черту и кому сложно отстаивать личные границы вплоть до каких-то мелочей, да, то есть вот именно в таких случаях вы это можете, соответственно, применить. Также, конечно, речь исключительно о том, что вы эту вот эмотивную такую тревожность заработали на, соответственно, именно долгом пребывании, не просто... как правило, это зарабатывается на долгом пребывании в минусовом таком, да, то есть минимальном каком-то количестве тестостерона. Это еще и у многих, у кого есть гинекомастия, да, развивается, то есть лишний
вместе с гинекомастией вспоминаем, ну, гинекомастия – это образование груди по женскому типу, и мы там отслеживаем, что, ну, откуда она выросла. Знаешь, там эстрогены были высокие, может быть, еще пролактин был высокий. И все вместе это делает, ну, мужчину, да, более женственным, вот, и, естественно, придает в первую очередь его характеру женские такие черты. Поэтому, чтобы это преодолеть, да, психоэмоциональное состояние, опять же, чтобы некоторым вот с этой тревожностью, нерешительностью сложнее выполнять какие-то рекомендации врача, бывает, да, то есть и так далее, ну, возможно, использование данного курса, особенно если, то есть вы в прошлом когда-то были спортсменом, вы уже подготовлены, да, то есть вы можете активно достаточно заниматься, вот, и так далее, ну, соответственно, флаг вам в руки, так сказать, это вполне себе возможно, но, естественно, есть побочные эффекты, и мы сегодня, так как мои выпуски удлиняются, я вижу, что это сказывается негативно на просмотрах, я сделаю этот выпуск, но постараюсь короче, чем обычные, да, вот предыдущие по 20 минут, и, соответственно, мы с вами обсудим только некоторые побочные эффекты. Вот, значит, из побочных эффектов это учащение сердцебиения, да, и, соответственно, нарушение сна, поэтому, ну, здесь индивидуально все, то есть каких-то специализированных препаратов нужно уже индивидуально изучать анамнез, но если вы хотите как-то скомпенсировать вот это вот, ну, нарушение сна и сердцебиения, обязательно частоту сердцебиения, как минимум это 1000 миллиграмм магния в течение дня вам нужно выпить где-то по 200 миллиграмм, и, соответственно, ГАБУ по 500 миллиграмм 3 раза в день. Я вижу смысл гамма-аминомасляную кислоту тоже обязательно, как и магний, магний-хиалатный глицинат, обратите внимание, применять. Вот. Также, если есть жалобы на либидо, и порою бывает, что у человека, понимаете, вот эти вот либидные, да, дела или нарушение эректильной функции, оно развивается в результате тоже длительного пребывания на высоких эстрогенах и низком тестостероне. То есть сегодня мы обсуждаем именно такой случай у мужчин, да. И в этом случае, конечно, можно дополнительно еще добавить йохимбина. Вот. И, соответственно, корень йохимбина поможет вам немножко в плане вашей сексуальной активности тоже разогнаться. Естественно, необходимо следить за вышеперечисленными анализами, которые анализы я перечислил в видео, которые я снимал про тренобалон. То есть тритрен относится туда, поэтому вот, соответственно, мы туда относим и все тренобалоны. Вот, по сути, если коротко, что такое тритрен, это те же тринобалоны, просто в разных, соответственно, просто в разных периодах полуведения вещества. Вот, поэтому, соответственно, он по-другому включается, ну, такой вот микс, как сустанон, микс с тестостероном, условно, тринобалоновый микс, вот, является тритрен. Если коротко, конечно, он обладает своими свойствами специфическими, вот, естественно, в первую очередь это учащение сердцебиения, как я уже говорил, и выраженная психоактивность. Также, если вы, соответственно, хотите подробнее обсудить побочный эффект тритрена, пишите мне, если хотите, об этом выпуск, и пишите, кто пробовал данный препарат, обязательно отзывы свои, потому что, конечно же, у нас никаких официальных клинических данных по этому препарату нет, таких, чтобы громоздких исследований, но есть огромный мой клинический опыт и других моих коллег, поэтому с этим препаратом я достаточно хорошо знаком. Вот. И, в принципе, вполне возможно его применять, если вы и так уже решили, что вы будете находиться на курсе тестостерона. Да? Ну, противопоказания здесь – это нарушение сердечно-сосудистой системы в первую очередь. Тогда ни в коем случае вам, конечно же, нельзя его использовать. Но тоже все индивидуально. Также повторюсь, что вам нужно следить за инсулином, потому что высокий инсулин все равно будет вызывать подавленность и сонливость. И вы можете так не прочувствовать, соответственно, данный курс, если вы не следите за вашим инсулином, дорогие друзья. Вот такой вот
курс альфа-самца. Скажите вам, как формат новых вот таких вот повествований, вариантов о курсе. В заключении скажу вам, чтобы иногда нивелировать, в некоторых есть специфический от тренбаллонов эффект. Это наоборот появляется у людей навязчивые мысли, тревожные навязчивые мысли. И иногда, чтобы нивелировать, соответственно, эти побочные эффекты и выйти в какой-то баланс, мы добавляем антидепрессант Третику. Вполне себе легкие антидепрессанты или другие антидепрессанты, которые индивидуально можно, соответственно, с врачом, да, обсудить применение. И таким образом мы выходим на вот эту вот некую балансировку. Так что вот, дорогие друзья, пишите ваши вопросы, пишите ваш опыт применения тринобаллонов. Это очень интересно. Вот. И повторюсь, что все анализы и все побочные эффекты мы уже обсудили в другом выпуске. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! We'll be right back.